только что закончил спектакль «Коварство и любовь» Фалька Рихтера в Шаубюне в Берлине. Премьера состоялась буквально 2 дня назад, и это, в сущности, один из премьерных первых показов спектакля. Публика была оживленная, не только хлопала, топала ногами, что немножко непривычно, но, видимо, здесь принято. Удивительный спектакль в том, что он каким-то образом корреспондировал с разными пластами публики, и взрослые, и молодая. И я пыталась понять во время действия, почему. И мне кажется, что это очень техничный, приспособленный к представлению современных, уже изощренных пониманием театра и технологий публики театр, в котором все есть, начиная с живой музыки, виолончель и гитара, переходя через мультимедию. И, конечно, очень хорошие актеры. Ход был очень простой, даже на уровне костюма, все перекликалось с современностью на прошлое. Мы начинали с современными костюмами, кончали костюмами эпохи Шиллера. Все темы, которые поднимались и Шиллерами, и были заострены Фальком Рихтером и актерами, каким-то образом занимались прежде всего тем, насколько возможна вообще любовь, насколько такие понятия, как любовь и власть, и чувство долга актуальны сегодня, насколько в сущности власть не является единственной доминантой, разрушающей именно любовь и представление чувства долга современных людей. И каким-то образом эти такие достаточно вечные вопросы, хотя и несколько, может быть, чересчур технично поднятые режиссером, были поднесены актерами достаточно трепетно и были восприняты как нечто, о чем сегодня можно не только думать, а и чувствовать.